учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанные любить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Учишь в школе, учишь в школе, учишь в школе. Мы читаем.
умейками и неумейками. Не, не в заговоре, не Теперь-то мы прилежные ученики, ведь мы выпускники. И научились мы не только палочки и буквы писать, мы познакомились с математикой, грамматикой и узнали еще очень много нового. Как прекрасна и сильна математики страна, там всегда кипит работа, все подсчитывают что-то. Сколько дом нам угля надо, а ребятам шоколада. Сколько звезд на небесах и веснушек на носах. Чтобы врачом, моряком или летчиком стать, надо прежде всего математику знать. Нет на свете профессии. И на свете нет профессии. И на свете нет профессии, вы заметьте-ка, друзья, где бы нам ни пригодилась математика. Грамматика, грамматика, наука очень строга. Учебник по грамматике всегда берусь тревогой. Она трудна, но без нее другое было бы житье. Не составить телеграмму и открытки не отправить. Даже собственную маму с днем рождения не поздравить. Ну только, пожалуйста, не думайте, что мы все время решали задачи и учились грамоте. Сколько праздников и конкурсов было, а сколько среди нас талантливых ребят. И мы вам это сейчас докажем. Полищук Алина, Арзуманов, Прогулка. Thank you.
колыбельная. Thank you.
это время с нами были вы, наши мамы и папы, бабушки и дедушки. Сегодня мы спасибо говорим родителям всем нашим дорогим. Заботы ваши и внимание, и терпение так помогали нам всегда. Мы признаемся с сожалением, бываем глухи иногда. Мы к просьбам вашим и тревогам, сомнениям горестным, упрёмам. Непонимание стена вдруг вырастает между нами, и кажется порой, что она не сможет рухнуть даже с помощью цунами. Но мы вас любим, любим вас, но чувства часто держим под секретом. Но только сдержанность подчас мешает нам признаться в этом. Мама, папа, вы детям ничего не хотите сказать? Как вам с ним было сидеть в телефоне? Как вы думаете? А никто не обещал, что будет легко. Ну, вы должны все им сказать. Они вам сказали спасибо. Ваше ответное слово детям. Мы тоже говорим спасибо, что они постарались, закончили 4-й класс. В общем-то, все хорошо, я так думаю. А как они выросли специально, контрастно поистине, трехнадзорный первый класс и четвертый класс. Видно, что жизнь насыщена была. Большущие, здоровущие, умнющие, как показала последняя контрольная по математике, мы сегодня с ними поговорили. Это показатель того, что главное, это побороть свою лень. И не хочу ни одной двоечки. Вот раз они такие замечательные. Они такие замечательные. Ну и трудчики, я считаю, что у нас такие были. Потому что устали уже, всего две. Потому что устали, потому что растерялись, потому что все в голове перемешалось, все-таки уже жара. Я только на это списываю. Так, молодцы, очень меня порадовали. Вот. Ну, конечно, математика была на следующий день поле чудес, когда мы забывали свои имена, подписывали папиными именами. Когда на доске писала А, Б, тетрадик писали Ш и Д. Всякое бывает. Ну, молодцы. Ну, я думаю, раз они такие замечательные, хорошие, большие, взрослые, так хорошо усвоили программу, мы можем им вручить такие замечательные свидетельства об окончании начальной школы. Но начать я хочу с наших отличников. У нас в классе 5 отличников. Молодцы. Итак, похвальный лист и свидетельство об окончании начальной школы вручается Ярантаеву Максиму. Всех хлопаем! Похвальный лист и свидетельство об окончании начальной школы вручается Шаровой Александре. Похвальный лист и свидетельство об окончании начальной школы вручается Миронову Павлу. И свидетельство об окончании начальной школы вручается Бродовицыну Сергею. Похвальный лист и свидетельство об окончании начальной школы вручается Полищу Калине. Те, кто остаются с нами в школе, Максим, желаю также держать. А те, кто уходит в лицей, не подкачать. Да? Подкрепи. Ребята, там еще я вам вложила ваши сертификаты по участию в Золотом Руно и Кенгуру. У нас в этом году в Золотом Руно Алина заняла первое место по школе, Артем третье. Второе место там у нас. Мальчики, все показывают. Свидетельство об окончании начальной школы, сертификат об участии в конкурсе «Золотой Руно» вручается Ходикова Анастасии. Свидетельство об окончании начальной школы вручается Тарабарову Максиму.
об окончании начальной школы вручается Строганову Алексею. Вручается свидетельство Попову Всеволоду. Свидетельство об окончании начальной школы вручается Ульяновой Анне. Свидетельство об окончании начальной школы вручается Гусевой Юлии. Помнишь, о чем говорили? Как в последней четверти, что получилось? И вручается свидетельство об окончании начальной школы Гребенниковой Татьяне. Все, просто мне сразу переводят. Свидетельство об окончании начальной школы вручается Шибаковой Елизавете. Вручается свидетельство об окончании начальной школы Гвардовской Ангелине. Свидетельство об окончании начальной школы вручает Сегонина Диане. Вручается свидетельство подглядывания об окончании начальной школы Михайлиной Полине. Вручается свидетельство Косолаповой Валентине. Вручается свидетельство об окончании начальной школы Саниной Кристине. Свидетельство об окончании начальной школы вручается Зюкину Леониду. Я уже не буду говорить, как теперь тоже у нас молодец, умница, участвовал в этом руном. Пробовал свои силы, ну все. Свидетельство об окончании начальной школы вручается Симак Михаилу. Вручается свидетельство Симонову Александру. Вручается свидетельство Чекушкину Артему. Вручается свидетельство Хорошевской Дарине. Вручается свидетельство Истомину Сергею. Вручается свидетельство об окончании начальной школы Учетковой Натальи. Вручается свидетельство об окончании начальной школы Усачеву Дмитрию. Ну а теперь, ребята, хотят вам пообещать кое-что на будущее. Внимание, внимание, внимание! Для принятия торжественной клятвы стоять смирно! Мы ученики 61-й школы. Мы ученики 61-й школы. На вечере выпуска из начальной школы клянемся. На вечере выпуска из начальной школы клянемся. Никогда не ходить в школу с невыученными уроками. Никогда не здороваться с учителями набить рот жвачкой. Никогда не носить вторую обувь в одном пакете с бутербродами. Никогда не решать задачи списывая их у соседа. Никогда не писать диктанты на уроке физкультуры. Никогда не приглашать родителей на собрание за 5 минут до их начала. Никогда не слушать учителей невнимательно. Никогда не показывать родителям дневник, если он не заполнен. Никогда не открывать дверь школы ударом ноги. Если же мы нарушим эту торжественную клятву, если же мы нарушим эту торжественную клятву, навсегда лишат денег на мороженое. Да пусть навсегда лишат денег на мороженое. И пусть мы никогда не услышим
перемену. И пусть мы никогда не услышим звонка на перемену. Клянемся, клянемся, клянемся. Максим, Настя, еще не все. Были мы совсем недавно малыши-карандаши. Вместе все мы очень робко в первый Б вошли. И все пошло своим путем. Цифры, буквы узнаем. Мы пишем и считаем, и книги мы читаем. И он, и ты, и я. Мы все товарищи, друзья. Мы все одна семья. В походах, играх и труде. Всегда, во всем, везде. В одну семью связали нас на долгий-долгий срок. И первый труд, и первый класс, первый наш урок. Ты да я да мы с тобой. Ты да я да мы с тобой. Yes, but yes.
Я была с вами в счастье и горе. Ваши двойки меня огорчали. А когда в дневниках в пятерке, сразу друг нападали в печали. Не забыть сочинениями ваших. Иногда вы стихами писали. А я радовалась и восхищалась. И, конечно, росла вместе с вами. По урокам мы быстро шагали, а порой убежали и мчались. Я старалась, чтобы знаний глубоких вам побольше всегда доставалось. Так хочу я, чтобы вы запомнили достижения все наши, и праздники, и поездки в театр, планетарий, на уроках курьезы разные. Это все уже не вернется. Это все теперь в прошлом останется. Давайте друзьями останемся до 11-го, не расстанемся. Ну а теперь можете сказать заветную фразу. 3-4. Ура! Пятиклассники! Родители подготовили вам подарок. Это игровая комната. Уважаемый Павел Николаевич, уважаемые дети. Четыре года мы вместе с вами переживали. Вы с нами. Четыре года делили двойки, четверки, радовались. Очень приятно, что у нас нет, скажем так, не успевающих в классе. Все это мы добились общими усилиями. Ну и, конечно, благодаря вашему большому труду. Секунду. Вот, очень уважаемый трудоучитель. Решите вас поздравить с окончанием, сказать слова благодарности. Дружно, Вася, который благодаря вам стал таким дружным, веселым, за ваше терпение, за ваше не просто адский труд, за то, что вы нам готовили такие вечера, очень интересные. У нас такие оказались таланты. Спасибо вам. В сентябре встречаемся. Заходите, приходите, рады, знаете. Видите, я думаю, все будет. Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, весело живем. Чунга-чанга, песенку поем. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто, чунга-чанга. Наше счастье постоянно, жуй кокосы, ешь бананы, жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Чунга-чанга, места лучше нет, чунга-чанга, мы не знаем бед. Чудо-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, чунга-чанга. Наше счастье постоянно, жуй кокосы, ешь бананы. Жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга.
чунга-чанга. Чунга-чанга. Чунга-остров, чунга-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, чунга-чанга. Наше счастье постоянно, жуй кокосы, ешь бананы. Жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Чунга-чанга. Так, друзья, все собрали. Сюда, ближе, ближе, подсаживайтесь. Быстро, вали мое кресло! Да, не надо, блин! Так, друзья! А мы начали левый класс, значит, нас настоящий! Кто? Кто меня видел? Кто меня видит и слышит два раза? Ребята, сами! Кто меня видит и слышит три раза? Так, друзья! А вы в школе, вот вы учились, вы будете умные, да вы? Да! А вас загадки учили от гадки? Да! Вот я чемпион мира по загадкам. Вот я все загадки на свете знаю. Ну давай. Тихо, друзья, друзья, тихо. Вот Фурфик говорит, тихо. Что чемпион мира по отгадке загадок. Я сейчас буду загадывать загадки, а вы их отгадываете, он будет вам подсказывать. Готовы? Да. Так, первая загадка. Гордо по двору ходил, кукарекал. Крокодил. А как он кукарекал? Так, следующая загадка. Готовы? Да. Кто в малине знает толк? Косолапый, бурый? Волк! Да. Медведь! Коза! А как он рычит? Мяу! 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 Ладно, друзья, а вы что к нам не подключаетесь? Так, иди. Приехали мы сюда! Прибежали! Нет, прилетели! Готовы?
Лёшка, а вот ты что, этот шарик где ты взял? Я ну, я его купил. Нормально? Да, на приз подходит. На приз подходит, да. Ай, молодец! Я спать, тот забывал.